Что такое менингококковая инфекция? Это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия менингококк. Менингококки передаются воздушно-капельным путем при тесном контакте. Заболеть может любой человек вне зависимости от пола и возраста. Кто может находиться в зоне риска? Дети до 5 лет, подростки, лица старше 60 лет, призывники, путешественники. Как распознать инфекцию? Менингококковая инфекция непредсказуема, так как ранние симптомы очень похожи на ОРВИ или грипп. Высокая температура, озноб, вялость, недомогание. На более поздних этапах заболевания могут развиваться повышение температуры, ломота в мышцах, сильная головная боль, помутнение сознания, сыпь в виде темных пятен. Внимание! Если вы заметили у себя или своих близких симптомы менингококковой инфекции, необходимо немедленно обратиться к врачу. Какие последствия может вызвать менингококковая инфекция? В 20% случаев менингококковая инфекция может приводить к тяжелым последствиям – глухота и потеря зрения, задержки развития и эпилепсия, ампутация конечностей и другие. По статистике, заболевание приводит к летальному исходу в одном из 5 случаев. Вакцинация направлена на борьбу с менингококковой инфекцией даже у самых маленьких детей. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких. Вместе против менингита.